Из Беларуси начали вывоз российской техники. После завершения совместных учений начался вывод войск РФ. Из Беларуси начался вывод войск и техники РФ после завершения совместных военных учений «Запад-2017». Об этом сообщает Радио Свобода. По данным корреспондентов, 21 сентября на железнодорожной станции Вирайца находится около 50 танков различной модификации, 37 из которых уже загружены на платформы. Погрузка длилась более 12 часов. Со ссылкой на местных жителей сообщается, что из полигона, на котором проходили учения, танки прибыли своим ходом вечером 20 сентября. Люди признаются, что в их домах стоит неистовый шум от грохота техники. Отмечается, что российские военные не особенно разговорчивы, потому что за ними следят командиры, но говорят, что им понравилось, как их кормили в местных казармах. Напомним, 20 сентября Лукашенко объявил о завершении учений «Запад-2017». «Запад-2017». Лукашенко пошутил об отсутствии Путина. По материалам сайта newsgro.com.